Приветствую вас, друзья! С вами Ирина Агапова-Маркелова. В этом видео я вам покажу, как можно из интернета выводить деньги себе на карту. В данном случае я вам покажу, как выводить из кошелька Advance Cash. Я участвую в проекте Whole World всем миром на протяжении 6 лет. И мне каждый день поступают переводы по 5-10 долларов, по 15 долларов, по 3, 2 и по 1 доллару. Вот эти деньги. Минус — это вывод денег, а зелененькие входящие — это поступление денег. Вот и все это в долларах. Каждый день я получаю такие деньги, и в этом видео я вам буду показывать, как их вывести. На счету сейчас у меня 115 долларов. Я их буду выводить через обменники. И в этом видео я буду выводить деньги на карточку Тинькофф. Очень многие ей пользуются. А также вы с Тинькофф вы можете перекинуть на карту Сбербанка абсолютно без процентов. Заходите по ссылочке, которая будет под этим видео, в мониторинг обменников. И выбираете Advance Cash USD. Отдаете, получаете Тинькофф. Вот здесь, например, от 200 долларов. Мы будем выводить 100 долларов. Вот от 25. Смотрим курс. Курс 65 рублей.